Однако на океан всегда гляжу. Океан надвигается, океан убегает. Так было, так есть, так будет. Океан солнце приносит, океан ветер приносит. Так было, так есть, так будет. Океан рыбу приносит, океан зверя приносит. Охота удачливая и неудачливая бывает. Охота страх и сомнения приносит. А юкола всегда сладкой бывает. Так было, так есть, так будет. Сказал людям Нивхам, убивая зверя, не мучайте его. Поймав рыбу, не мучайте ее. Не допускайте зла сами и не позволяйте делать это своим сородичам. Назвали этот архипелаг когда-то краем света. Действительно далекая земля. Быть может, лик ее покажется кому-то мудрым, величественным и загадочным одновременно, как лицо человека, порядком пожившего на ней. Земля эта то безжизненна и пустынна, как после сотворения мира, то изобильна и щедра на всякие причуды. Затейливо сгущает краски осень. Минута, шквал тайфуна, и мы уже в зиме. Зима работает резцом. А по соседству баня, температура выше 100. Гряда радоновых источников. География как бы развернута по вертикали. Соседствуют береза каменная, лимонник, виноградные лианы, бамбук курильский, сахалинский бархат, высокотравье. Богата, вскипает серебром лавина лососевых. Идет той рыбы по тем рекам гораздо много, и назад та рыба не возвращается. Великая природа, великий зодчий. Но как она нуждается в защите и поддержке. И люди учатся не покорять ее, а понимать.
под особую охрану, и многочисленные стаи птиц и стада ластоногих вновь множатся, растут. Разве что работа у них стала будничнее, прозаичнее, что ли, но оттого она не менее важна. В наше крылатое время слова «край света» иначе, чем в кавычках, не напишешь. Растут, благоустраиваются города в местах когда-то дикого безлюдия. Нашлись в людских умах и мускулах машин энергия под стать огромности и нраву края. И вписан он давно в реальные дела страны. Но не забыли здесь и первопроходцев, и казака Ивана Москвитина, и Василия Пояркова, первым из русских, пожавшего руку Нивху, и штабс-офицера Геннадия Невельского, который доказал, что Сахалин – остров. Сахалин, Курилы, заповедная земля. Здесь слушают люди сказы старой Вакзук и думают вместе с ней о судьбе этой земли. Не допускайте зла сами и не позволяйте делать это своим сородичам. Ведь заповедовать не только охранять, но завещать. Так есть, так было и так будет.